Нужно ли загонять себя в норму по весу или бодипозитив forever, ты себе нравишься и вперед? А на самом деле ведь речь идет о здоровье. Да? То есть человек с одним и тем же весом может быть здоров, может быть нездоров. И если набор веса, очевидно, приводит к нарушениям того или иного обмена, значит, вес не надо набирать, однозначно. Ну, у каждого немножко разный. Азиатская раса, она при индексе массы тела 27 уже как бы считается, что это ожирение. То есть они уже метаболически нездоровы. А у европеоидов немножко по-другому. То есть вот все зависит от того, приводит ли набор веса к нарушению здоровья.